стоять. Боятся. Ищущий да обрящет, как говорится. Несмотря на все сложности, несмотря на бесклевие, мало кто сегодня на реке наловил из рыбаков. Все-таки удалось много поймать. Приветствую всех подписчиков и зрителей на нашем YouTube-канале. Сегодня мы с товарищем находимся на рыбалке с фидером. Рыбачим на фидер с лодки. В сегодняшнем видео расскажу о том, как мы это делаем, как мы ловим язя, леща, как выбираем места для рыбалки. И надеюсь, что удастся добыть несколько экземпляров и показать вам. Вот выбрали место для рыбалки. Товарищ у меня ниже по течению уехал под яр. А я нашел перекат. Река Чулым в этом месте очень мелкая. Достигает глубины 30 сантиметров всего лишь. От одного берега до другого сплошная мель. Исключением является место под яром. Здесь идет порог, и глубина достигает 3 метров, 3,5-4 метра. Ну, такой вот перекатик. Первый раз в жизни пробую рыбачить на таком месте. Но мой опыт фидерной ловли показывает, что это наиболее интересный участок на данной местности. Везде глубина ровная, 2,5-3 метра, никаких ям, ничего нет. А здесь вот именно перекат, перепад глубин. Здесь должно крутить течение, должен корм для рыбы как бы держаться, задерживаться. И рыба, я думаю, что должна здесь концентрироваться и кормиться. Первым делом, после того, как я ставлю лодку на якорь, я замешиваю прикром, потому что он должен 10-15 минут настояться и впитать в себя воду. Воду всегда беру из водоема, того, где мы рыбачим. Прикормку замешиваю руками. Особо не парюсь там с какими-то просеиваниями, еще чем-то. На Чулыме все равно быстрое течение, и прикормка улетает махом с точки ловли. Вот с прошлой рыбалки у меня осталась прикормка Дунаев фидер. Лещ, бешеный клев и все дела для спортивной и любительской ловли рыбы. Сегодня ее израсходую. А вот вторая будет лещ, Дунаев лещ, прикормка для спортивной и любительской ловли рыбы. А не, во! Попробуем прикормку Дунаев лещ красную. Здесь как раз яр глинистый, красный видно. Посмотрим, повлияет или нет. Запах очень приятный, конечно. Интересная прикормка красного цвета. Но такую я никогда еще не ловил. Пока хватит, где-то в общем килограмм прикормки получается сухой. Разбухнет будет почти 2. Еще добавлю вот такой вот аттрактант клубничный. Запахом клубники. Добавляю его в воду для прикорма. Буквально 4-5 капель. Придаст маленький аромат прикормки клубничный. Затем я перемешиваю сухой прикорм. Потихоньку добавляю воды. Буквально по чуть-чуть. Комки, если получается, я их рукой растрясаю просто. Ничего страшного, что они маленько получаются. Раньше я заморачивался, просеивал там ситом, опрыскивателем подпрыскивал. Ну, короче говоря, на результат рыбалки не особо это все влияет.
Если воды перелить, вот как сейчас перелил, я просто беру еще сухой маленько добавляю, довожу до нужной кондиции. Вот прикормка получилась чуть слегка переувлажненная. Сейчас, пока я собираю фидер и раскладываюсь, готовлюсь к ловле, она разбухнет и должна быть такой, какой она мне нужна. Нужна она мне, чтобы она в течение 5-7 минут вымывалась с кормушки. Приманивала рыбу. Ну все, пускай стоит. После того, как я замешиваю прикормку, я собираю уже саму снасть, на которую буду рыбачить. На этой точке заброшу один фидер, посмотрим, будет клевать, не будет. Если что, вдруг придется переезжать, поэтому две точки закармливать не буду. При сборке удилища я обязательно смазываю кончик водой, смачиваю, чтобы всякого песка не попадало и удилище не травмировалось. Сама палка у меня не очень дорогая. Caro Noble Feeder 3,30, тестом до 120 грамм. Для лодки 3,30 даже многовато. Не говоря уже о 4,40, какой у меня второй фидер. Катушка фидерная, 4000-ная. Какая-то китайской фирмы Гелиус. Основная фишка катушек такого типа и отличие от спиннинговых, то, что у них другое, более высокое передаточное число, за счет чего они быстрее выматывают леску с кормушки. Чем спиннинговые катушки. Монтаж. Ставлю несимметричную петлю. Практически постоянно и рыбачу только на нее. Принцип очень простой. При поклевке кормушка гуляет. Вернее, кормушка лежит на дне, а кончик фидера отыгрывается. Очень нравится мне данный монтаж. Все-таки решили поменять место дислокации. На той косе, на которой предполагалось ловить рыбу, клёва не было. И переехали под вечер в другое место. Это конец песка. Вот пошли активные поклевки. Просто в прямую трансляцию показываю. Аж на два фидера сразу клюет. Просто некогда даже сказать, что происходит. В общем, ладно, сейчас одеваю камеру. Уже поймал язя, несколько подлещиков. В общем, клев начался. Сейчас две поклевки профукал сразу на два фидера. По факту конец песка, течение идет под тот берег, здесь небольшое затишье, коса и приямок такой. Здесь глубина 1,80 м, здесь 3 м. На бровке на самой не стал рыбачить, до этого пробовали, здесь не клевало. Поэтому немного закидываю подальше от бровки и активно клюет рыба. Сейчас перезаброшу все снасти и будем рыбачить. Есть.
поклевка. Мать твою. Сидит рыба. Идти на нос брать. Походу. Оба. Это всегда так. Сейчас на два клюет. На эту вроде как бы и помельче, а с другой стороны что-то шибко тяжко. Ладно, пока этот выматываем. Здесь покрупнее сидит, что-то вроде. А то походу же сход не дергается больше. Очередная фанера. Стоять. Бояться. Есть. На траппер. Кукурузу. Взяла. Крупней сидит кто-то. Оба сошел. Подлещик тоже был. Ладно, сейчас мы вам, ребята, выговор сделаем с занесением в личное дело. Всегда на два в раз клюет. Вроде бы и стоят в разных местах. Как будто там их стая прям сплошная идет. 100 метров. Итак, вот наживка траппер. Воздушная кукуруза анис. Вот на нее бомблю сегодня. Так-то я наживляю. Похоже на попкорн чем-то. Я опарышем подвешиваю, чтобы он имитировал активную игру. Что интересно, она не на дне лежит, потому что все-таки воздушная. Она наоборот отрывается от воды. Несмотря на это, берет хорошо рыба на такую наживку. Но это дело. Клюет на правый фидер. Сидит молочуга. Что-то мельче и мельче ли подлещик пошел. Фу, говнюк. Стой. Крупный кот оделся, этот наоборот появился. Всех берем. Родственников много. Кому-нибудь подгоним. Ну,
здесь поприятнее что-то. Бойчей. Кто-то там что-то мутит. Прям в банку попал. Ладно, сейчас вытащим. Этот забросим. Где мелкий подлещик, там и крупный лещик должен быть. Да, он денется-то. Будем брать. Кто на фидер никогда не рыбачил, со стороны кажется ленивая рыбалка такая. Сидишь все время и ничего не делаешь. На самом деле даже передохнуть некогда. Ни кофе попить, ничего. Постоянно чем-то занимаешься, что-то делаешь, то поводки вяжешь, то с наживками, то с прикормкой, то закидываешь, то перезакидываешь. Постоянная движуха. Вообще не сидишь на месте. На два фидера это уже очень тяжело рыбачить, когда клюет. Вот произошла поклевка. Подвожу. Очередной подлещ. Нормальный такой. Не самый маленький. Его срочно. Все. На месте, как говорится. Там, где и должен был быть. Вот и все, закончилась сегодняшняя рыбалка. Ищущий да обрящет, как говорится. Несмотря на все сложности, несмотря на бесклевие, мало кто сегодня на реке наловил из рыбаков. Все-таки удалось много поймать. Так что рыбалка считается успешной. Тактика наша успешная. Кому понравилось сегодняшнее видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наш канал. И до встречи на охотах и рыбалках.